Всем снова привет, с вами Эльвим. Не знаю, как хорошо, что меня слышно. Надеюсь, слышно неплохо. Вот так вот. Сейчас мы с вами снова пойдем. Ибо в режим вернули одиночки. В прошлый раз, когда я сел, играл, одиночки не было. Не знаю почему. Не особо слежу за обновлением игры, потому что на данный момент получается так, что получить комплект бесплатно. Вот. Почему? Ну, потому что, как вам сказать, ребята, ну, все дело в работе. То есть я человек, который большую часть времени провожу на работе. И у нас, что у нас тут? Бах, Советский Союз редко, и непонятная фигня, но первый сезон редко. Бах, тут поставим. Советский Союз. Не, вот эту штуку поставим. Бах, новая эмблема. Тут опять же что-то есть бесплатного, говорит он нам. Бах, ну нихуя бесплатного нет, потому что бесплатное мы уже получили. Говорит, чувак, говорит, ниже есть что-то бесплатное. Очки ковид, оп, вверху, говорит, теперь бесплатное. Бах, тут, говорит, что-то бесплатное, но теперь ниже. Спускаешься ниже, говорит, ниже. Непонятно, сейчас идет установка шейдеров. Нельзя просто так прыгнуть, короче, типа бесплатно посмотреть, что же там на самом деле бесплатно-то. Ярлычки перестали убираться, когда их просто вот открываешь, мол, типа посмотрел, бля, ну, типа, не знаю. Раньше можно было закрыть вот эту фигню, сейчас бесплатно, хупами, что хочет он, что бесплатно. Раньше такого бага не было. Сейчас 3%. Тут идет королевская битва мини-возрождение. Возрождение пары. Вот. А как таковой нам это не очень-то интересно. Мы с вами хотим пойти в одиночку. Но, как видите, пишет установка шейдеров. До сих пор идет. Необходимо дождаться данную установку, чтобы адекватно как бы себя чувствую, да, чтобы игра шла на максималках, не было никакого пропуска кадров и так далее, боевой пропуск. Сейчас идет третий этап боевого сезона, сброс через 28 дней. За это время, естественно, то есть необходимо что-то заработать. Здесь закрыто еще, говорит, бесплатно, но пока что закрыто. Вот. Мгновенная награда. Часы, да, олдскульные такие. В принципе, в боевом пропуске дофига всяких плюшечек, да, всяких там скинов, картиночек, эмблемочек и всего прочего, что делает вас как бы эксклюзивным, индивидуальный подход такой своеобразный, да, то есть вы по-разному все это делаете. По-разному себя представляете другим игрокам и так далее, и так далее. Сейчас я немножко сяду поудобнее, немножко поднастроюсь для игры. Как раз идет у меня установка шейдеров. Можно, конечно, посмотреть, что у нас есть в магазине интересного, кроме, как, допустим, ну, новые. Извините, что я зеваю. Немножко не выспался. Вот. Облик клоун. Очень смешно. Ничего смешного. Не знаю. Мне бы не зашло. Я бы не купил себе такой набор ни в коем случае. Аниме-ассасин. Аниме-убийца. Ну. Из аниме тут только картиночка и пара финтифлюшечек. Зейна. Оператор Бунда. Тоже пара фитифлюшечек, ничего интересного. Трейсер Пак Индиго. Тут у нас идет Disabled Assassins.
Тоже ничего интересного. Здесь у нас Target Up. Механик. Шестерня. Мультититул. Осторожно соблюдайте. Грязный приемчик, дистанционное управление. Тоже, в принципе, не особо что-то такое интересное, не особо сверхъестественное, интересное, так сказать, что ли. Вот. Как-то так. То есть интересного мало. Смысла в скинах, эмблемах и всем прочим, которые надо еще и покупать, я не вижу. Ну, если только показать всем, какой ты пиздатый, богатый. Но я не богатый. Ну и не пиздатый. В игре у меня все только на среднем уровне. Я только учусь. Хотя и старик по возрасту, но все тут же, как и все, потихонечку учусь. Вот эти штуки, они, видимо, не закрываются, поскольку они будут светиться, пока не обновятся. Да, да. Вот. Зеваю вам микрофон. Не зря купил микрофон. Микрофон на самом деле классный, ребят. HyperX Quadcast, советую всем. Это действительно вещь, которая стоит своих денег. То есть само качество микрофона, его исполнение, сенсорная кнопка, которая позволяет его... А теперь слышите. То есть очень удобно, я бы сказал даже. Ну, конечно, цветопередача сейчас на дисплее, она передает... Камера у меня идет HD, но несмотря на цветопередачу и все прочее, это не... Никакие вроде режимы не ставил, в зависимости от того, как я там повернусь, цвет, хоп, видите, меняется, да, там чуть-чуть наклонюсь, чуть-чуть поднимусь, хоп, камера такое меняет освещение, немножечко сама подбирает как бы все это, но по факту, то есть я ничего не меняю в настройках, только в зависимости от падания, так сказать, лучей лампочки, что ли, я выразился так вот. Но цветопередачу микрофона я сам вижу, то есть она на дисплее, блин, какая-то розоватая. Но в жизни он прям ярко-красный, ярко-красный. То есть да, реально. Я RGB подсветку под него всю настроил, то есть мышка у меня светится красным, клавиатура тоже у меня светится красным, даже можно поставить на максимум, чтобы она была более красной, но я опять же убавляю яркость. А порой то вообще ее отключают, эту RGB подсветку, дабы не убивать, так сказать, ее, поэтому, в принципе, сейчас она как бы не требует от меня чего-то сверхъестественного. Вот, сейчас рек запись, что остановить запись. Я нечаянно включил какую-то запись, она меня записала, я не знаю, в ОБС как работает запись. Не хотелось бы, чтобы сейчас там что-то записалось. Вот. Вот так вот. Стримить не получается большинство дней просто из-за того, что я физически устаю, ребят. То есть целый день обмены, возвраты, проблемные клиенты, обучение персонала, товары, заказы товаров со стороны, то есть столиц нашей. Вот, помощь всяческая продавцам в продажах и так далее, физически это сильно выматывает. Естественно, большой поток людей, которые приходят в магазин цифровой техники и так далее, даже в обычные, вот само общение без конца с людьми, у всех разные настроения, там, как кто-то пришел осмысленно ругаться, да, я там всех пору и так далее. Должен сохранять спокойствие, показывать профессионализм. Все это у независимости от того, что происходит на моральном и психологическом уровне, выматывает физически. В связи с этим я прихожу в большинстве случаев домой, у меня хватает сил лишь приготовить, поесть, а я ем и ложусь спать. Все. То есть
В основном происходит все так. Конечно, это звучит довольно-таки печально. А, скажем, мы все, потому что вот мне вроде уже 26, я уже совершенно взрослый дядька. А, вроде молодость, да? Самый пик молодости, я бы сказал, когда надо тусовать, там, кататься на лыжах, проводить время там с друзьями, но в связи с тем, что нужно и работать, зарабатывать на все свои девайсы, все вещи, которые я хотел бы себе позволить и позволяю, отсюда все в совокупности складывается. Вот, ё-моё. Видите, правда. Извиняюсь еще тысячу раз, что чихнул на камеру. Вот. Ну, бывает. Все это человеческое, все это естественно. Ничего в этом такого нет. Вот. То есть, да, это все морально. Физически. Выносят твой организм в связи с этим. Нет сил на даже сесть за ком, посидеть, поиграть, расслабиться, там, отвлечься. Голова порой даже во сне думает о работе. Потому что все-таки это ответственность, и необходимо соответствовать своему, своей, ну, как своему званию. Званию из игры. Вот. Своей должности, я бы сказал. Надо соответствовать своей должности, надо всегда показывать себя на все 100. 10, а то и 150%, чтобы считаться ценным сотрудником, которого тяжело будет заменить, и развиваться, стремлюсь к карьерному росту, поэтому отдаю всего себя работе. Конечно, большинство моментов в жизни, они исчезают, когда ты все время на работе, то есть 90% жизни я нахожусь на работе. У меня есть неделя выходных, то есть работаю я неделя через неделю. Порой я теряюсь на неделю, порой, то есть я здесь нахожусь неделю вместе с вами, но, к сожалению, все происходит не так, как хотелось бы. На моих первых видео я говорил о том, что вот, ребята, мол, типа, все, у меня неделя работы, неделя выходных, я буду все время с вами, но, ребята, на совокупность получается так, что недели выходных у меня нет. У меня есть, ну, 4 дня максимум, потому что необходимо вернуться в магазин на своей выходной неделе, провести ревизию, чтобы никто ничего не украл, чтобы все находилось на своих местах, потому что это также ответственность, и хотелось бы соответствовать, то есть своей пунктуальности, своей сосредоточенности, своим отчетам и так далее, чтобы все всегда знал, где находится, все было на месте. И так далее, и так далее. То есть, как говорится, показать себя в лучшем виде, что приведет в дальнейшем, я бы сказал, хорошим плюсом. Вот, сегодня я зацепил себе Gear Sport. Samsung, хотя отдаю предпочтение Apple и так далее. Кстати, установка шейдеров завершена. Мы с вами прыгаем в одиночку. Сегодня я купил себе Gear Sport. Просто они были очень по выгодной цене. Я не любитель компании Samsung. Но как фитнес-браслет использовать можно. Я отдам предпочтение Apple, Apple Watch. Но за цену в... Так, сколько это в рублях, чтобы для большинства было понятней. За 4 рубля можно купить себе такой фитнес-браслет к Samsung. Вот. Довольно-таки такие неплохие часики. Вот. Но, конечно же, у меня есть ремешок. И так далее, и так далее. Я их немножечко отсоединил, чтобы поставить на зарядку. Более так удобно. Сейчас я их подключу, пока идет поиск. Оп. Ага. Чужо. Их было легче снять, чем одеть, как оказалось.
Ведь, сука. В натуре тяжело. Так, Билайн карт. Ваша операция отклонена. И что-то там подобное. Хоп. Блин, ну тяжело, честно скажу. Вот здесь я одел. Вот здесь. Оп. И здесь все, я зацепил нижний ремешок. Сейчас необходим верхний, да? Вроде как правильно. Короче, сейчас здесь цепану опять нижний. Все равно сейчас будет разминка, ее необходимо будет. Хотя размяться тоже стоит, я считаю. Я давно не играл. Бах, бах, в прямом эфире. Сейчас я одену часы. Кстати, как ни странно, говорят, что Gear Sport работает дольше, чем Apple Watch. Естественно, мы это проверим. Ну, в Apple Watch можно было, по крайней мере, по ним разговаривать. В Gear Sport такого функции нет, потому что это одна из первых версий. Одна из первых версий этого фитнес-браслета. Вот. И в Gear Sport не было функции разговора, но все те же уведомляшки, там шаги и так далее есть. То есть тоже все довольно неплохо. Оп. 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 Мы видим цель, 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 цель. Ну и разминку мы очень не очень провели. Мы очень не очень провели. Вот как-то так. Оп. Сниму с зарядки, чтобы не портить. Справа одну зарядочку. Также посмотрю, как работает будильник на них. Потому что на Apple Watch будильник был очень классный. Мне очень нравился. Я прыгну в госпиталь. В самый замес. Начнем с самого такого бесыча. Я думаю, меня здесь очень быстро убьют. Потому что, опа, я уже прям почувствовал, что меня очень быстро убьют. Оп. Вражеские попало. Так, о, сука. Я здесь был не один, как вы видите, ребята. Меня моментально убивает какой-то чебурек с пистолета. Вот, мы попадаем с вами в плен, мы попадаем с вами в ГУЛАГ. Где нам говорят, сражайся за свою свободу. Если честно, ребята, первая версия ГУЛАГа мне нравилась больше. Внешне точно. Внешне мне точно она больше нравилась, чем это. А это такая себе, какая-то прям джайская непонятная здесь, в принципе. О. На! Несмотря на то, что я увидел его периферическим зрением и начал стрелять его, то он победил, потому что я нанес гораздо меньше урона. Но я нанес меньше выстрелов, поэтому считаю, что ладно. Для начала неплохо, для начала это всего лишь первый раунд. Мы попробуем с вами дойти до топ-1. Если же в течение за пару игр я не дойду до топ-1, то, естественно, я сегодня приостановлю эту затею и как бы начну, то есть, ну, буду отдыхать.
Вот, значит, сегодня не задалось. Там всем советую классный лимонад, фейхоа, зензаден какой-то или зедазени. Очень прикольная штука, короче. Такое. Конечно, фейхоа противный напиток, поэтому можно пить только с топочками, потому что такой себе. Противно. Противная штука. Фейхоа на самом деле мне не очень нравится. Блин, какая своеобразная хрень. Ну, поскольку это чача, поэтому можно и выпить для расслабления, поспать, немножко покумариться и так далее, и так далее. Сейчас у нас идет поиск игры. Поиск игры у нас нашелся. Начнется разминка сейчас. И, ну, я смотрю, что есть ребята с Xbox играют. Большинство, да, с PlayStation и мало кто с колпа. Кроссплатформенность здесь, конечно. Ой, какая кроссплатформенность, что я несу? Совмещение, да? Это правильно будет. Совмещение игроков разных платформ в одном и том же матче. В какой-то степени некоторые люди могут сказать, что это нечестно. В каком плане? В том, что, ну, типа, йоу, чувак, я играю с геймпада, там, мне тяжелее, чем тебе с мышки, там, попасть по тебе и так далее. Но кто тебе мешает приобрести ПК и играть с мышки с клавиатуры, хотя некоторые подключают к PlayStation тоже. Разминка окончена, но они никого опять с вами не убили. Ну как с вами? Я никого на ней опять не убил. Хоп. Время 22:15 по часам Казахстана. Королевская битва. Мы с вами летим. Безопасная зона. Инстаграм. Сейчас с вами просто без разборчика. Так, здесь походу нельзя подняться. Сто двадцать девять человек, поэтому еще поднимемся повыше. Опа. Синг-синг. Смотрим карту. Мы находимся в самом центре.
Можем занять пожарку. Эти пожарки. Вверху есть место. Затем можем дождаться, пока все сдохнут. И победить. Также необходимо закрывать за собой все двери, создавая видимость того, что здесь никого нет. Увидим эпическое оружие. Так, берем, конечно же, его. Сколочная граната. Сейчас мы поднимемся повыше. Может быть, здесь что-то есть интересное. Мертвую тишь возьмем. И занимаем, в общем-то, опорную с вами точку. Здесь мы можем развернуть, опа, броню с броней. Здесь у нас дополнительное оружие лежит. Да. Здесь золотое оружие. Легендарный пулеметик для обороны. И опа. Мы увидели, пару раз попали, напугали его. Так, оп. Ну, здесь, конечно, необходимо что-то по дальше, что ли. Да, вот надо было с этого стрелять. Бо. Штука ломается, оказывается. Прикиньте, ребят, я не знал. Сука. Что ж, мы находимся с вами в центре событий. О, опа.
Так кто по нам стрелял? Кто по нам стрелял, можно понять по окнам. Ага. И 50 чел. Ну, нам отправлена посылочка с комплектом. О, прекрасно. Какое чудо. Сейчас мы посылочку сконтрим. Чувак хотел поднять посылку, но у него, видимо, не совсем получилось. Сейчас он пойдет лезть, короче, наверх, чтобы вычислить, сука, кто по нему палил. Ну что ж, как говорится. Зато мы знаем, кто сидит в соседнем здании. Кто рано или поздно выйдет за комплектом. Сейчас посмотрим, как он технично сделает. Надо только поглядывать в сторону. Ох ты ж, нихуя себе. Вау. И Сэнг нас снимает с винтовки. Блин, ну круто, круто. Что-то я растекался. Сегодня все-таки, ребята, я вам скажу, во время усталости, когда я пришел уставший домой, вот сил играть, ну, вообще нет. Сил играть вообще нет. Не все получается, не дается. Это игра, реакция заторможенная, потому что день работал, и сейчас ты вроде пришел домой, поел, расслабился, готов провести время с любимым, то есть компьютером, с любимой игрой. О, у меня еще и с игры выкинуло, ребята. Вот, ну, выкинуло с игры. У меня сейчас тут вот сбоку черный экран. Блин, ну это знак. Сегодня не дается мне поиграть, поэтому, ребята, спасибо, кто посмотрит этот видос. Вот. Ах, у меня новые часики, ребята, йоу. Прикольно. Ладно, не суть важна. Всем спасибо, кто посмотрит, кто когда-нибудь посмотрит это видео и так далее. Я вернусь, я не знаю, постараюсь я на этой неделе все-таки постримить по часу в день, каждый день после работы, потому что в ближайшие дни, я думаю, что немножко нагрузки будет поменьше. Если нагрузка останется все та же, то вернусь я примерно либо же в воскресенье на этой неделе, либо же 1 февраля, поэтому всем спасибо, ждайте, смотрите, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток. С вами был Инви. Всем пиз.